И вообще меня сейчас бесит, что как-то девушки начинают очень-очень-очень качаться. Очень сильно. Вы видели этих прокачанных девушек, у которых пресс, как у Леонида из 300 спартанцев? У некоторых даже стероидов такое же лицо. И вот я не понимаю этого, да? Вот раньше же такого не было, это же с недавних пор появилось, как-то незаметно. Я сомневаюсь, что где-то в Древней Руси была баба, которая шла, да, с коромыслом, с двумя бедрами, такая, надо бы жопу подкачать ее. Потом бы зашла в избу к мужу, сказала, послушай, Тихон, теперь я буду следить за собой. Понятно, ты готовишь себе сам. Отвечаю, она получила пыром под зад просто. Потом подумала, хорошо, что я поприседала, иначе пришлось бы вытаскивать из жопного мякиша сапог. Пойду на речку, постираю пресс трусы Тихона. Я вообще считаю, что если у девушки есть 8 кубиков пресса, нужно официально разрешить парням по нему пробивать. Потому что нахрена еще? Нахрена это нужно? В лицо же нельзя. Как оказалось. Вообще, просто бывала такая ситуация? Вот девушки, вы ругаетесь с парнем, да, и в какой-то момент он делает так. Вот знаете, один фу, это 4 удара в лицо. А если он говорит, то там уже ноги пошли в ход, колени, локти.